Не только посидеть за штурвалом Ил-76, но и проверить свое здоровье. На ВДНХ прошел день здоровья, в котором приняли участие и ульяновские медики. Для гостей организовали разнообразные тематические площадки, где демонстрировались достижения в области здравоохранения. А также можно было поучаствовать в мастер-классах и получить рекомендации от ведущих специалистов страны по правильному питанию и здоровому образу жизни. На стенде Ульяновской области работали специалисты детской городской клинической больницы. Врачи проверяли состояние легких и бронхов и исследовали состав тела с помощью биоимпедансного анализатора. Стоматологи и онкологи проводили онкоскрининги, где можно было определить наличие и тип новообразования кожи и полости рта. Мне провели биоимпедансометрию, проверили, сказали, что мне нужно изменить в рационе, в питании. Проверили мои родинки, рака нет, прекрасно. Всем обследуемым медики дали рекомендации по питанию и физическим нагрузкам или же направили на дальнейшее, уже полное обследование. Анна Тищенко, Улправда ТВ.